Всем привет, меня зовут Кристи Карамелька. Вот в таком сейчас домашнем виде, абсолютно домашнем. Вот, в общем, продолжаю, так сказать, предновогодние, так сказать, будни, можно сказать, я не знаю, потому что все-таки скоро Новый год, уже через сколько. Я не знаю, через сколько, но, в общем, он уже скоро. Вот, в общем, та самая елочка. Да, здесь может быть маленький беспорядок, это, в принципе, не важно. Вот, в общем, такая елочка. Вот. Я просто хоть, ну, обещала показать, если кто-нибудь меня там смотрит, о том, какая елка. Вот она искусственная, абсолютно старая, абсолютно она мне не нравится, не привлекает. Но так как все-таки у меня новогоднее настроение уже с ноября. Да, вот такие вот дела, то, что мне нужно было срочно хотя бы хоть что-то сделать, чтобы у меня новогоднее настроение успокоить, не только. Она меня нифига не успокоилась, но наоборот у меня все больше и больше и больше. Я очень жду Новый год. То, что я даже, как всегда, по традиции, стала опять же на окнах рисовать эти символы Нового года и что-то типа в новогоднем стиле. Так что вот такая елочка. Вот с такими вот шарами обычными, потому что я купила более лучшие шары. А, ну, ясно и так, то, что на хорошую елку, на живую елку. Вот. И вот такие здесь штучки. Ну, вы уже, наверное, знаете то, что они как бы летят. Вот, я их прикрепила сюда за место гирлянд. Ну, типа, как бы тоже нормально. Типа такой лайфхак от Кристи Карамельки, да. У кого есть такие штучки, можете попробовать. Реально очень классно смотрится. Вот, внизу вот такая вот у меня. Ну, такое украшение, типа, я не знаю. Вот. Так что такая вот елка вот с такими вот штучками. Ну, на окне у нас снежинка. Такая вот снежиночка. Вот такая вот снежиночка. Да, короче, мне уже не привлекает этот фотоаппарат. Я хочу накопить чисто на новый фотоаппарат. В принципе, у меня уже есть, ну, намеки, на какой фотоаппарат я хочу накопить. Вот, но я попробую на него накопить. Сама еще не знаю, потому что у меня и так проблема еще с ноутбуком. Кстати, это мой столик, тут, конечно, плохо видно. Но, в общем, у меня и так проблемы еще с ноутбуком, потому что он постоянно отключается, мама его починит потом как-нибудь. Ну, надеюсь, уже скоро, да хотя бы до Нового года, чтобы его починить уже окончательно. Вот, а я буду копить на абсолютно новый ноутбук, который стоит 22 или 23 тысячи. В принципе, по отзывам, он, в принципе, хороший и нормальный. Так что я буду верить этим комментариям. Вот, точнее, отзывом насчет компьютера, точнее, ноутбука Acer, или как так он называется. Так что посмотрим. Вот, у меня одна палка опять осталась. Он, в принципе, в моем, как обычно, репертуаре. Там у меня опять фотоаппарат. Причем меня не привлекает, потому что мой фотоаппарат стукался уже несколько раз. И из этого он сейчас в таком вот виде, понимаете, да? То, что он нифига не фокусирует ничего. А, он нифига ничего не фокусирует. Круто. Чисто круто, блин. Да, дальше тут у нас тоже такие вот снежинки. Тут у нас вот такой вот снеговичок, это опять же наклейка. И типа, знаете, у наклеек типа есть срок годности, типа, значит, у нее один год всего. На самом деле это вранье, потому что мы уже второй год уже пользуемся, даже может чуть больше, или может меньше, не знаю. Но, в общем, она у нас еще клеится. В общем, очень хорошо. И дальше у нас вот такие вот еще, если видно. Вот, да, чуть-чуть видно. Вот, они тоже у нас уже не первый раз. И в пакете у нас стоят, короче, елка. И я каждый год, ну, в общем, делаю банку. Ну, то есть я смываю краски и рисую что-то новое. Вот, сейчас я вот так, короче, положу в фотоаппарат. Да. Вот, короче, вот такой вот снеговичок у меня какой-то не русский. Я старалась, честно, я не художница. И, в принципе, у меня в этот раз на окне тоже как-то чудом получилось хоть что-то нарисовать. Более такое, я бы сказала, достойное, потому что, честно, я даже не старалась, я просто рисовала по фонарям, но что-то у меня получилось. Вот. Ну, здесь я, конечно, не старалась, кое-как намалюзила. Вот. Мы спрятали ее в пакете. Чисто из-за того, что у нас кот вот эти штуки кушает, а потом ходит разноцветным калом. Ну, в общем, да, мне как бы не стеснительно это говорить. Вот, поэтому мы, короче, закрыли, потому что реально это вообще нельзя, ну, кошкам, котам. Если вообще нельзя, зачем они этот долбанный дождь, из-за которого потом у них, блин, проблемы. Их тошнит, их это все. Ну, в общем, вы понимаете, у кого есть коты.
Вот, и там мы еще поставили, зачка, я первый раз это вижу. Засунули, блин. Окурки, ну ладно. Окурки, блин. Шкурки, блин. Шкурки. В общем, вот. Такая вот она. С шарами. Это, мама, кстати, я делала в 2018 году. На такую штучку. Так что нормально. Мне нравится. Мне нравится. Так. Так что перед Новым годом мы ее откроем, поставим ее. Или, а мы вроде ставим на, там мы ставим, это вроде как на стол, на котором мы как бы празднуем Новый год. Наверное, туда мы ставим, вот. Так что такие вот дела. Но обычно так на окна будет. Я вообще не помню, честно, я запуталась. Вот, но я хочу, чтобы мы поставили на стол, потому что оно такое новогоднее, больше прибавляет настроение, так сказать. Так, ну, вообще, настроение новогоднее у меня чисто бьет через край. Просто бьет через край. Не могу дождаться. Мне хочется уже новогоднего праздника. Мне уже хочется это. Я не знаю, вот половины, наверное, нет новогоднего настроения, но честно, этот год чисто помотал нервы, чисто вымотал все, что, блин, были, вот эти все силы чисто вымотал. Но я еле-еле, кстати, скарабкаюсь, бегу навстречу 2020 году, потому что я очень сильно его жду. И не одна я, надеюсь, его жду, потому что я думаю, то, что 2020 год будет каким-то новым, более, можно сказать, хорошим все-таки. Ну, так и должно быть. Я же, ну, так, в принципе, у меня такие надежды на это, потому что этот год чисто первый для меня и первым для многих, которым чисто помотал нервы, просто сделал кому-то очень плохо, кому-то очень, я не знаю, ну, в общем, всем плохо сделал этот год, можно сказать, потому что у всех все-таки были какие-то либо проблемы в этом году, первые, которые никогда не были проблемы, это 100%, потому что сколько бы я ни слышала людей, у всех этот год не удался, он какой-то сложный для всех, в принципе, для меня сложный. Ну, в общем, да, не знаю. Ну, я не скажу, прямо такой такой ужасный. В принципе, были моменты нормальные, такие хорошие моменты, я бы сказала. Но больше было моментов в этом году, к сожалению, плохих, нежели хороших. Так что этот год огорчил меня. Но он, конечно, не подходит к концу. Но я все жду, когда же наступит 2020. Но не торопим события, так сказать. Вот. Так что такие дела. Значит, что бы еще вам показать? То, что я рисовала на кухне, я могу показать вам рисунок. А, наверное, в комнате я не смогу показать. Я не знаю, ну, пойдемте. Да, если будет видно. Ну, в общем, вот, сейчас покажу. Вот, на кухне. Вот, на кухне вот такая вот. Такой снеговик. Ну, я, короче, ну, старалась, но, в принципе, не скажу, что сильно, но мне кажется, нормально вышло. Вот. Снега нет. Снега нет. Что такие дела? Ой, господи. Так, сейчас еще покажу. Значит, здесь вот, вот это все мы украсили, и вот тут вот так вот. То есть вот. Вот так вот здесь вот. Не, ну в принципе нормально вышло. Более-менее. Вот такой вот. И вот. Так что вот так вот. Тут так все осталось. Вот мы еще прикрепили снежинку. Все-таки это вот сюда прикрепили ее. Елочка у нас нифига не раскрылась. Так что вот. Будем готовиться дальше. Так что посмотрим, что вообще будет дальше. По возможности, опять же, буду снимать. Тыры-пыры. В общем, всем пока.